еще предстоит осмыслить то, что сказал президент. Было много сказано очень серьезных вещей. Это и по распределению полномочий, и здесь, конечно, особо, как мне кажется, выделяется местное самоуправление. Я горжусь тем, что являюсь делегатом Всебелорусского собрания. Для меня это большая честь, но это ответственность. Ответственность потому, что чувствую ответственность перед нашими предками, которые выстраивали годами, десятилетиями эту великую страну. Ответственность перед сейчас живущими, ответственность перед детьми, потому что нам потом им передавать. И, конечно, я, как все мы здесь находящиеся, хочу, чтобы наша любимая страна процветала, развивалась. И вот все то лучшее, что в ней есть, пускай приумножится, и мы будем все над этим работать. Мне, как журналисту, импонирует то, что президент очень много уделил внимания информационной безопасности и информационной грамотности нашего населения. Это действительно очень важно, особенно для молодого поколения. Сегодня мы наших детей, наше подрастающее поколение должны убрать из интернета и показать, что есть еще реальная жизни. И вот эти диалоговые площадки, которые предшествовали Всебелорусскому собранию, круглые столы, показали, что люди действительно соскучились по общению именно глаза в глаза. Меня радует то, что те вопросы, которые поднимали на диалоговых площадках, они буквально все отражены именно в программе социально-экономического развития на ближайшую пятилетку. Это развитие наших агрогородков, поддержание социальной сферы, таких как учреждения образования, здравоохранения, дома культуры, филиалы спортивных школ. Поэтому, если будут развиваться у нас наши сельские поселения, агрогородки, будет задерживаться молодежь, оставаться строительство жилья, поддержание многодетных семей. Вот будут оставаться кадры, будет развиваться наше сельское поселение. В центре должна стать экономика. Экономика – это базис развития всех сфер, социальной и политической. Поэтому, вот, проводя реформы, в том числе и в политической плоскости, мы должны делать это все очень осторожно, аккуратно, в интересах белорусского народа, понимая, что каждый шаг в этом направлении должен быть предельно выдержан, поскольку очень велика цена ошибки. Вот. Ну а что, как развивалась страна? Мы же видели, откуда мы ее поднимали. Поэтому белорусы сегодня способны спокойно в конструктивном ключе обсудить сложившуюся ситуацию в экономике, в политике, продолжить экономическое развитие, продолжить занятия социальной сферой, повышать благосостояние наших граждан и эволюционно, обдуманно усовершенствовать политическую систему. Разговор состоялся достаточно искренне, достаточно интересный, и, собственно, собрались люди, многие из которых руководители, за ними стоят большие коллективы, стоят коллективы 100 тысяч, больше человек, да, которым, опять же, вот все эти мысли, которые здесь прозвучали, будут доведены до своих коллективов. И это важно, и это получается большая команда. Очень важно сохранение тех производств, которые сегодня нужны. Раньше все, наверное, считали, что можно все купить за пределами, ну, для легкой промышленности, одежду, обувь. Но мы понимаем, когда идет сейчас особенно ограничение с учетом коронавируса, пандемии, то мы понимаем, что нам нужно тоже что-то носить. И тем более, когда уже наше предприятие имеет почти 50 лет опыта работы на рынках, и сегодня мы конкурентны на мировых рынках, это очень важно, сохранить предприятие и активно работать его на экспорт, та валюта, которая нужна стране. И вот это, наверное, ну, одна из главных приоритетов, который говорил глава государства, экономика и сохранение действующих производств, модернизация их. За последние порядка 8 лет мы инвестировали почти 40 миллионов долларов. Это, наверное, очень важно. И развитие мы, конечно, видим и дальше. Надо модернизировать промышленность, внедрять туда новые технологии, цифровизировать экономику. Да, все это надо. Но кто это делает? Это делают наши дети. То есть это должны быть интеллектуально развитые личности. То есть каким критериям должна отвечать эта личность? Эта личность должна отвечать таким критериям, как умение свести неизвестные знания к известным, потому что вы, я и все сидящие в этом зале могут решить только ту задачу и ответить только на тот вопрос, который сводит к известным для себя алгоритмам. У каждого своя система алгоритмов. Второй критерий, при помощи каких интеллектуальных действий получает результат решающий.
То есть это следует обучить учащихся приему мыслительной деятельности, таким как анализ, синтез, дедукция, конкретизация, обобщение, аналогия, абстрагирование и моделирование. И самый важный критерий, третий, как ученик умеет образовывать сочетание новых идей, отвечающих определенные цели, и переводить эти идеи в виде пошаговой программы либо эвристической схемы, чтобы эту идею потом мы с вами могли применить или разрушить, если она не права. Вот. То есть мы должны сделать такую систему, которая позволит, выйдя за пределы школы, ученику самостоятельно добывать знания либо при работе с учебником, либо при работе с компьютером, либо при общении с другим умным человеком. И не просто добывать знания, а преломлять на себя и переводить в практическую деятельность. По моему глубокому убеждению, что это более важно, дать хорошее воспитание, прежде всего патриотическое воспитание, любить родину, любить семью, любить землю родную, где он родился и растет. И вот мы всегда говорим, что прежде чем научить, надо научить помнить молодого человека, научить помнить историю свою, те места, знать историю тех мест, где ты вырос. Ибо это есть фундамент, исторический фундамент, на котором только и можно строить будущее, будущее Беларуси, будущее своей земли. Нам надо честно работать, добросовестно должен трудиться каждый на своем месте. Нам никто не поможет, мы только сами можем сделать богатой свою страну. Ну и вы видели, что на заседании главные приоритеты – это социальная направленность всей программы, которая сегодня прозвучала. Конечно, это людям понравится, и люди это поддержат. Вот такой диалог с народом по самым важным вопросам, он необходим не только сегодня, но и в дальнейшем, тогда, когда это нужно будет стране.